Нет, я получила ордер. Мне нужно освободить комнату и сдать ее технику-смотрителю. Так, и когда? Через неделю. Через... Извини. Все. Ну, извини, что так получилось. Ну, я пошла. Вот что мне теперь с тобой делать? Здрасте. Ну что, вы готовы? Готовы к чему? Как к чему? Походу в ресторан, карету у подъезда, а где муж? А зачем он мой муж? Мужа нет. Саш, мы с вами идем в ресторан. Вы помните пятницу? А я забыла. Ну, вспоминайте. Столик заказан. Я жду вас. Нет, извините, я не могу. Что значит, извините? Вы... Да, здрасте. Вы говорили, что в пятницу будет отлично, а сейчас извините. Это на прошлой неделе было отлично. А сейчас все изменилось и стало просто хорошо. Так что в ресторан вы пойдете со своей женой. Так, сейчас кассеты. Так что?